Всем привет! У нас утро. Море сегодня не такое буйное, вроде как чище. Придем на пляж, сниму поближе. Максим у нас уехал на морскую рыбалку на целый день. Ну, где-то после часика 4 должен приехать. Вчера хотел покататься на мотоцикле водном. 15 минут, 1050 гривен. В общем, он как-то подумал и не захотел. Вернее, он захотел, но вместе с Геной. А все-таки на двоих 2100 гривен – это прилично. Поэтому сегодня он решил поехать на рыбалку. Рыбалка стоит 700 гривен с человеком. В общем, посмотрим, получит ли он удовольствие от морской рыбалки. Мы хотели, чтобы он с собой взял камеру, но он побоялся, говорит, нет, я еще ее упущу в море. В общем, камеру не взял. Может, что-то на телефон снимет. Посмотрим. Мы уже пришли на пляж. Виталинка хочет с Владиком поиграть в футбол. Так, давайте я вас фоткаю. Так, а ну давай посмотрим, как. О, вот так. Так. Виталинка, ой, будь здорова. Ой, будь здорова. Так. Что ты хочешь? Пить хочу. Пить хочешь? Ой, да. Ты куда на камеру лезешь? Сейчас дадим пить. Да-да. Сейчас я тебе дам пить. Тебе даже дать так, как спортсменам, да, дают так? А сама в ручки возьмешь? Там грязные руки. Грязные руки? Обтруси. Это песочки, обтруси. Обтруси хорошо. Сейчас Владик мяч просто, да, может забрать? Не, не заберет, я его охраняю, вот он. Я охраняю мяч. Владик, не надо. Она мне его доверила. А, Владик выбил. Бутылку дай папе, а то будет в песочке. Ты попей воды, и потом беги к Владику, забирай у него мяч. Нагонялась, да? Ой, все, хватит. Это уже балуется. Кто это свалился? Слушай, Виталинка, а ты прям так на камеру бежишь? Ты можешь еще лбом удариться. Виталинка, иди кукурузку кушать. Мы снова купили кукурузку. Такая вкусная, сахарная. Хочешь? А ручки давай вытрем. Подожди, сейчас ручки вытрем. Она ходила в море мыть ручки от песочка. Вытирай, зайчик. Ну, что-то плоховато они помыли ручки. Надо, наверное, еще раз идти. Ну, сейчас вот, сходим. Оно сейчас будет, да, сходиться. Хорошо. Пятерка наберу, подожди. Тебе так будет удобнее ручки мыть. Дой, смой ручки. Так, а ну стой, встань. Так, все, мои ручки. Она рада стараться, чтобы еще, знаешь. Да, стой. Вот это, Виталинка, ты... Ух ты! Холодненькая водичка или нет? Нет, не холодненькая. Пап, не надо! Ну хорошо, давай вот это. Папа, не надо! Все. Все, помыла? Все, пошли кушать кукурузку. Еще ножки забыла помыть. Ну давай мой ножки. Помыла? Сейчас они будут снова в песочке. Ты водички набрать или купаться? Нет, я водички Виталине набираю и пойду купаться. Ну давай.
Ну что, пошел купаться? Мама! Что, зайчик? Хочет мячик. Пошли играть мячик. Все, пошли. Давай, бросай мячик. Ух ты! А, вот так хочешь? Молодец! Мама. Что, зайчик? Кушать хочешь? Бананчик будешь? Уже скушала кукурузку, теперь еще захотелось кушать. На свежем воздухе, тем более морском, кушать хочется. Давай, Тося, тебе бананчик дам, да? Хорошо. На, зайчик. Таринка у нас занимается любимым делом. Кормит, чает. На. Взяла? Бросай. Молодец. Они к нам прилетают, уже знают, что мы их кормим. И Талина кормит их бубликами. Еще? Виталинка, на, еще вот последний бублик остался. На. Я тебе переломала, бросай теперь. Ну что, покажи, покажи, Макс. Немного, а ну покажи, какие бычки, ты бычков наловил? О, ну такие большие, слышишь? Большие.